В лабораториях Белгорода ежедневно делают тесты на COVID-19 с помощью ПЦР-диагностики. В то же время в народе бытует мнение об экспресс-тестах, который молниеносно показывает результат, болен человек коронавирусом или нет. О мифах, фактах и кого нужно тестировать на самом деле расскажем в следующем сюжете. В областную лабораторию Белгорода особо опасных инфекций ежедневно доставляют биоматериалы – мифических тест-систем, которые, словно по щучьему велению, позволяют в течение нескольких минут выявить новый тип коронавирусной инфекции, не существуют. В реальности диагностику COVID-19 проводят традиционным методом полимеразной цепной реакции или ПЦР. Такой метод тестирования может занимать до 2 суток. На территории нашего региона результаты готовы уже спустя несколько часов. В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области на сегодняшний день уже обследовано 2281 человек на COVID-19. ПЦР-диагностика на сегодня остается самым результативным и быстрым методом выявления COVID-19. Образцом для исследования служит сыворотка крови пациента, из которой выделяют рибонуклеиновую кислоту и производят размножение генома вируса, если он есть. При положительном результате на коронавирусную инфекцию заключение и кровь отправляют в Московский противочумный центр, где проводят дополнительное исследование. На территории области в лабораториях проводится исследование материала в количестве около 200. Вот, поэтому люди, которые прибывают к нам на территорию, могут вполне пройти это тестирование, и результат может быть выдан в течение суток. Тесты на коронавирусную инфекцию проводят для граждан, которые приехали из-за границы и, возможно, контактировали с заболевшими, пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, а также для лиц с симптомами ОРВИ по направлению врача. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области настоятельно рекомендует жителям города оставаться дома и не выходить на улицу. Виктор Апальков, Анастасия Федосеенко и Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.